Итак, джойстик сняли, греется при работе и греется джойстик при зарядке. Чуть ли не обжегся человек. Посмотрим, что он тут внутри покажет. Джойстик не выключается. Кнопка включения-выключения не работает. Ты ж ёлушки-воробушки. Еще бы он не грелся. Я вам сейчас покажу веселую вещь. Разъем скину. И обязательно покажу. Так, скидываем разъем. Раз. И вот такое чудо. В общем, вот такая вот жесть. Ну, восстанавливать тут, блин, смысла я вообще не вижу. Тут вон вообще все прогнило. Вода?